322 человека сейчас в составе народной дружины Стерлитамака. Их основная задача – помогать полиции в охране общественного порядка. А знают ли горожане, кого принимают в народные дружины? Ну, думаю, достойных людей в плане морали. Человек общественно деятельный, со своей гражданской позицией. Ну, наверное, добросовестных граждан, которые желают помочь нашему народу и нашей полиции. Хороших людей набирают. Каких добрых людей, народных людей. Ну, молодых, активных. Те, которые, как сказать, знают, может, какую-то степень историю нашей России. Должна быть выносливость, во-первых. Оптимизм в какой-то степени. Ну и все, наверное. Ну и физическая подготовка. И молодежь, может быть, и большие дяденьки. Добровольные дружины принимают тех, кто хочет как-то помочь. Сам добровольно считает это нужным, делать что-то лучше, там, защищать или защищать права других людей. Народные дружины набирают совершеннолетних граждан на добровольной основе, имеющих регистрацию по месту жительства, говорят в полиции. Кандидат не должен иметь судимости, числиться правонарушителем, состоять на учете с психическим заболеванием, алкоголизмом или наркозависимостью.